Категорически. С вами канал ЛГС, и мы продолжаем прохождение мужика в эдегейских лосинах. Мы в прошлый раз закончили на том, что наши лосины порвались, и мы должны были вернуться в лабораторию, чтобы починить сие чудо седьмого судного дня. Ну что ж, вернулись в лабораторию. Пора заняться паучьими делами. Пора заняться паучьими делами. А почему я так медленно хожу? Потому что в лаборатории бегать нельзя. Док совершил много великих открытий, но его заслуги всегда кто-то присваивал. Обычно Оскорб. В этот раз все. Карта. Также я, кстати, прошел, побегал тут вне записи, как говорится, по городу. И пособирал всякие коллекции. Думаю, потом почитаем. Хотя можно даже сейчас уделить немножко времени. Что это? Я почти... А, нет, не почти. Я все портфельчики собрал. Меню с нашего первого свидания с МДЖ. Я не смог позволить себе место поприличней. Впрочем, ей понравилось. Пытался создать прототип паутины в Оскорб, когда Гарри там стажировался. Не вышло. Никогда мне не везло с этой компанией. И все равно работает. Бейджик Оскорб, который мне дали на собеседовании. Обещали хорошо платить, но доктор Октавиус переманил меня оттуда. А, нет, тогда же он... Мягкий паучок! Мне прислали пробный экземпляр на утверждение. Обидно, но если я не раскрою свою личность, мне не заплатят. Ой, опять улетел. Я поймал улетевший шарик этого мальчишки, а он сделал мне это. Такие вещи помогают мне не останавливаться. Руки-базуки. Раненое плечо в итоге зажило. Счет пришлось оплачивать дольше. Рецепт печенья тети Мэй. Ха, у меня оно так ни разу и не получилось. Мой пропуск в университет Empire State времен аспирантуры. Я так yes, и не стал преподавателем, но не исключаю Empire этого State в будущем. University. Использовал эти перчатки в первой битве с Электро. А потом решил заизолировать весь костюм. Это ключ к балансу Pork между работой и личной жизнью. For idiots. Еще иметь время на чтение. Трофей научной премии Фиска. Смотрите-ка. Если бы я вернул его, то вызвал бы подозрение, но денег его я брать не собирался. Хоть они бы нам и пригодились. А вот от запаса рюкзаков я не отказался. Запас рюкзаков. Вип-пропуск Гарри в ночной клуб. Гарри вечно пытался провести меня. Так, ладно, думаю, продолжим, потом досмотрим. Слишком много. Выпускной. Давно это было? В колледже я был стажером у Дока. Он доказал мне, что в лабораторном халате я могу сделать для мира не меньше, чем в костюме паука. Даже больше. Все, поехали чинить свой костюм. Дырявый, нестиранный. Парк! Ау, спалился. Я... Что это у вас там? Лапша, если бы я знал, что ты тут, я бы... Что это у тебя там? Да так, один проект. Ну да. Это ты. Я не знаю, что... Да брось, Паркер, это же очевидно. Я объясню. Что ж ты раньше не сказал? Я хотел, но боялся, если кто-то узнает, моя семья будет в опасности. А. Да. Раз ты делаешь ему снаряжение, то под угрозой ты тоже. Да. Ну, да. Не бойся, я нем как рыба. Ну, я, пожалуй, пойду. Check your email, Otto. Чекни свой email, Otto. Проверь почту.
О, компьютер пододвинулся. А, фига. А, да, прикольно. Клава на штативе тоже таком. Питер, когда я узнал, что ты подрабатываешь изготовлением костюмов Человека-паука, это правильный термин? Я вспомнил, какой ты замечательный человек и партнер. Даже когда ты очень занят, ты находишь время помогать другим. Заметив, что костюм поврежден, я взял на себя смелость придумать несколько улучшений для него. Во вложении ты найдешь некоторые мои идеи, которые улучшат костюм и помогут защитить Человека-паука, который так много делает для города. Я горжусь нашей общей работой, которая меняет мир к лучшему. Твой партнер и друг Отто. Белый паук? Белый паук. Теперь вы можете использовать жетоны для изготовления улучшения костюма. Чтобы зарабатывать жетоны, выполнять побочные задания. И нажмите А, чтобы... Oh my god. С изготовлением костюма новая функция будет выбрана автоматически. Выбрать любой из доступных функций костюма можно в соответствующем меню. Модификации костюма, выполнять побочные задания для получения доступа к костюмам, функциям и модификациям. Создавать модификации костюма с помощью жетонов. Модификации повышают боевую эффективность. Можете выбрать до 3 модификаций. Не долго еще. Дайте другие костюмы посмотреть. Да, мы поняли, что ты крут. Извините. Костюм старый добрый я. Уху. А чё, куда, а где? Город никогда не спит, DLC. Ну это понятно, что DLC доступно. Так, костюмы. Это костюм «Боевая концентрация», синтетический биоматериал, вырабатывающий гормоны концентрации на короткое время. Защита, атака, скрытность, перемещение. Так, все, вижу. Урон временно увеличивается, уменьшает урон от пуль, бесшумная ходьба. Это что, атаки гаджетов повышают концентрацию? Эти навыки надо довыбрать. Что-то у меня ничего не хватает. Вот это есть. РТЯ. Держи РТЯ. Полетели. Так. Костюм. А, вот костюм. Так, рваный костюм, драный костюм. Классический отремонтированный. Нуар. Багровый. Панк. Паучья броня МК-2. Пуленепробиваемость. Вот такой прикольный. Костюм Железного паука. Костюм Скорость. Самодельный костюм. Это из фильма, из первого Человека-паука, когда он на арене дрался. Паутинный костюм. Удивительный костюм. Костюм невидимки. Обновленный костюм. Костюм Future Foundation. Бомбический пакет. Пакет. Паучий наездник. Улучшенный армированный. Гибридный. Золотисто-черный. А чё в МК-2-то, кстати, я не почитал.
Крушите врагов четырьмя искусственными руками из многоатомного кристаллического сплава. Человек-паук, думаю, я поняла, как люди Фиска все еще ведут его дела. Его стройплощадки. А ее не закрыли после его ареста? Нет, это одно из его законных дел. Много инвесторов. Без причин мы не могли. Но сейчас причина есть, да? Поэтому я надеялась, что ты осмотришься там и скажешь, если найдешь что-нибудь. Понял тебя. Стану любопытным соседом-пауком. Летим! Да, ёлки-палки. Юрий, я на стройке Фиска, и тут куча парней, которые совсем не строительством заняты. А что они делают? Сейчас я это выясняю. Ха, док прислал сообщение. Похоже, новая идея паучьего гаджета. Он хоть во сне перестает изобретать? Я думал, CGI-ролик будет так. Разработки Отто посоветуют им изготовить удар на паутину. Опять детали жетоны. Можете лучше жетоны. Выполняйте побочные действия. Спасибо, вы мне, блин, рассказали это уже. Увеличение боезапаса. Это полезная вещь. А это что? Эжектор паутины тоже классная похоже, тема. Похоже, может сработать. Ну, выбрала как? Что там нового на форуме? Что-то у меня зависло. Чё, в смысле? Как? Чего? Я не понимаю, у меня, в общем, что-то... Что-то залагало. Что-то пошло явно не так. Выбор гаджета. Ударная паутина. Нажмите РБ, чтобы выстрелить. Господи, из-за этого я не мог двигаться? Дебилизм. Но помню, когда был еще хулиганом, босс регулярно разделывал его под орех. Барабаньки. Лени говорит, что человеков... Привязать к стене. Прикуси язык. Не хватало только акции. Что там нового на фоне? Вот ты где! Оп-оп-оп! Где он это берет? Пошла граната! Оп-оп-оп! На, стрелять опасно. Ух. А где руки-то у меня? Где четыре офигенных руки? Да блин, опять попали. Косяк. На. Не ори давай. Не ори, вредно орать. Бей-бей их, бей-бей-бей. На, щитком вам. На. О, Дэйви, его звали Дэйви. Он убил Дэйви. Чёрт, ещё парни. Парни, сколько вас? Ой, а можно было уронить? Человек-паук, мы накрыли четырех нелегальных торговцев оружием в паре кварталов от стройки. Не прилип. Торговля оружием. Попробую перекрыть поставки. Воу. На, обраточку тебе, тварь. С пистолетом. Ничего себе дешевый. Так-то дорогой. Вот так тебя уже нашли. Меня тоже. Ваш босс в тюряшке. На. Где,
Ой, блин, 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 блин. Подожди, так. Вот дерьмо! Ага, все, я понял. Атака 4. Ваш новый костюм обладает специальной функцией. Функция костюмов наделяет вас особыми приемами. Выбранная вами функция непрерывно генерирует концентрацию после применения костюма с временем. Вот, наверное, мои руки, да? Кажется, они позвали друзей. Нет. Так он не пере... Подожди, так переоделся костюмом? А, я не сменил, на функцию было сменить. Черт. Парни, а у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Купите уже носки и носите. О, а как я к стене привязал еще одного? На, браточку. С гранатами раскидать. Кидались тут. Добить. Убить. Понять. И простить. Предлагаю сдаться добровольно. Нет? Оп. Почти профофлынил. Ай-яй-яй-яй. Ну так, да, мужик, слушай. Ты прав, ты ранил меня. Забери у него эту палку чертову. Его звали, блин, Дэви. На. Ух. Это что еще за фигня была только что? Пам, 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 пам. А, Дэви. Еще один Дэви. А сколько у вас Дэви? Как Иванов в России, блин. Дэви, Дэви, одини Дэви. Я вернулся от твоей ракеты. Прикольно. Теперь тут чисто, капитан. Только все. Капитан Ватанаба. И кто-то наконец сообщил о выстрелах. Отряды уже в пути. Хорошая работа. 5 добивающих приемов. У Фиска есть еще стройки в городе. Уверена, это тоже прикрытие. Наведайся туда и сообщи, если увидишь что-то подозрительное. Базы, 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 базы. Так. Да я понял. Функция костюма. Вот они. Железные руки, тяжелый рог и блиц. Увеличение опыта начинается за победу над врагами. Жетон достопримечательности не хватает. Возьму вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Все. Если я хочу найти все стройки Фиска, нужно перенастроить мой навигатор на повышенную точность. Это можно сделать, используя объемную обработку фотографий популярных мест. Пожалуй, я знаю, это начать. Вот достопримечательности сейчас откроется, наверное. Да, точно. Это все еще идет обучение и открытие новых активностей всяких. Старый добрый Empire State. Люблю этот город. А теперь фоточка. Empire State Building. Так. А как-нибудь ты можешь повернуться?
Вот. А ты зачем поворачиваешься-то с камерой? А я думал, надо себя сфоткать. Когда видео искать нельзя, нажмите RB, чтобы сделать снимок. Empire State Building. Карта сейчас перенастроится. После ухода из Бьюгла я почти не фоткал. Уже забыл, как это здорово. Надо поснимать другие достопримечательности. Да, из меня тут фотограф, конечно. Мастер фотографий. Мидтаун, 1 из 16 достопримечательностей. И Тишкин, Колотишкин открылась их. А, вот отключить камеру. Мартин Ли. Алло? Питер, это Мартин Ли. Хотел тебя предупредить, у нас еще не все готово к вечеринке. Курьер с тортом, кажется, застрял в пробке. А, конечно. Скажите, как будете готовы, я заскочу. Отлично, до связи. Так, а я уже готов. Посмотрим, что творится в городе. Да блин. Зачем мне сейчас свободное время? Я уже все сделал. Нет, это не я. Забудьте, не я. Нет. О. Так, какую кнопку-то там? Вот эту, да? Чики-чики. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот так. Вот красота. Джона мне неплохо платил. Джей Джона Джеймс. И чё, и сколько мне чего, мне чё, сейчас все достопримечательности делать? Это ж, ну, скучно будет. О, арендодатель. Мистер Маггинс, если вы насчет аренды... Мистер Паркер, этот звонок — третье и последнее предупреждение. Процедура выселения... Подождите, у меня зарплата в конце недели, я... О! Процедура выселения начнется вечером в пятницу, если вы не погасите задолженность. Всего доброго. Ага, и вам. Ну такой себе снимок получился. А что, прям можно в воздухе фоткать? Некрасиво. Бежим, 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 бежим. Мистер Ли? Питер, у нас все готово, ждем только тебя. Отлично, уже в пути. Ща, последнюю вот так. Готово, поплыли. Блин, почти скорость офигенную набрал. Раступись! Человек-паук летит. Человек, но паук. Пролетел он, как паук. Мы просто летим на чиле, на расслабоне. Там было на помощь кричали, но мы... Нам некогда. Мы пошли за тортиком. Тортик, я несу тортик. Так, где я бросил сумку? Опа! Переодеваемся. А я, кстати, тут сумку, по-моему, не бросал нифига. Я же был в лаборатории в обычной одежде. Или это... А, там у меня другая одежда. Мистер Ли, Welcome to Feast. Готовится к вечеринке. Fest. А моя собака? Я не против. Но всегда на поводке и никаких сов на кухне. Это спортзал. Здорово, мужики. Привет, ребята. Как игра? А как тебе кажется? Я побеждаю. Похоже, у него уже маразм, Пит. Я почти размазала его. Ну, главное, чтобы было весело. Нет, главное размазать его. Надирая ему зад.
телек смотрят. Привет, Питер. Как оно? Да так, зашел. Да так, зашел? Что? Это тортики? Это все тортики? Мартин, сколько тортиков? Поздно. Как раз вовремя. Просто отвлекай ее, пока мы тут... это не тортики. Понял. Вот и моя любимая тетя. Питер, какой сюрприз. Тебе помочь? А, ну да. О, есть тяжелые коробки. Нет, 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 я хотел сказать не сейчас. В смысле, я хотел... Я просто хотел поговорить. Ну что ж. Ладно. Питер, у тебя проблемы? Нужны деньги? Нет, нет, то есть я немного должен за квартиру, но не-не-не, нет, не надо. Опять что-то с девушкой, а? Что? Нет, ну что ты? Я так хочу, чтобы с МДЖ все наладилось, а на мне. Да, но... У вас были бы чудесные детки. Питер, в чем дело? Колись, ну, падла. За эти годы ты помогала постарела. Мне с большим и работала здесь. Ты постарела. Здесь. Ты так много... Сознайся в этом себе уже. Ты постарела. Я бы хотел, чтобы в мире было больше таких, как ты. Он прав. 5 лет назад ты вошла сюда. Тортик. И сказала, что тебя вдохновила моя помощь людям. О, там была та, которая за блинчиками хотела сходить. Да-да-да, это Май, она. Спасибо тебе. Ей понравились блинчики. Впереди много работы. Вон она стоит, в зеленом, с носом красным. Это точно та, которая хотела блинчиков. Говорит, что давно не ела. Спасибо еще раз за этот праздник. О, я хотел бы сделать больше. Ну, как говорит Мэй, ты помог одному. Ты помог каждому. Может, нам стоит отправить Мэй переговорить с мэром. Геймпад вибрирует. Кто-то позвонил. Надо бежать. Спасибо вам еще раз за вечер. И вообще, это правда важно. Джей Джона Джеймс. Сообщение от Юрия. Послушаю снаружи. Фёст. Хорошее большое здание. Телеги бомжей тут. Эй, Пит, рад тебя видеть. Здорово, здорово. О, вот, я же говорил, это блинница. Твоя тетя показывала твои детские фотографии. Я Глория, новенькая тут. Человек-паук привел меня сюда. А, да, в смысле, здорово. Тебе понравилось? Они хорошие люди. Я тут задержусь. Ненадолго. Ну, если я могу как-то помочь, просто скажи. Блинчики попробовала? Они замечательные. Просто отпадные блинчики. Ну и что там мне звонила Ватанаба? Я занятой Человек-паук. Голосовое от Юрия. Ну послушаем голосовое, думаю, и на этом как раз закончим. Сработала сигнализация. Можешь проверить? Только тихо. Не хочу поднимать шум на пустом месте. Имущество Фиска? Интересно. Что же прятал главарь в своих чуланах? Деньги. Ладно. Думаю, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Пока.